машина. Милиция произвол делает, а! И руки! Объясни мои права и обязанности! Ну-ка быстрее, милиционер! Давай, есть! Можете как-то прокомментировать вот ситуацию, которая сейчас произошла с задержанием пьяного водителя? О дежурной части получили информацию, что по городу передвигается автомобиль ВАЗ-2109 серебристого цвета, за рулем которого находится водитель, предположительно, с признаками опьянения. Данный автомобиль, по информации, заехал в дворы химиков 5А, выдвинулись в данном направлении. Когда заезжали во двор данного дома, мы увидели, как данный автомобиль начал движение, после чего заехал на поребрик. Мы незамедлительно подъехали к водителю, вышли, подошли. Он находился один, вышел из водительской двери. Попросили водителя предъявить документы. Водитель пояснил, что документов у него при себе нету. Водитель вел себя крайне агрессивно, буйно, на замечания не реагировал. Впоследствии водитель отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции, в том числе присесть в патрульный автомобиль и для дальнейших процессуальных действий. При проверке данного водителя по базам ИЦ было установлено, что водитель ранее лишенный. По аналогичной статье, статья 12.6, часть 1, отказ от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения. В действиях данного гражданина на сегодняшний день усматриваются признаки уголовного преступления, повторность. На место вызвана следственно-оперативная группа для дальнейших действий. Ваша фамилия, имя, отчество? Еще. Проявите, пожалуйста, ваше паспорт. Я имею право не находить. Проявите, пожалуйста, ваше водительское удостоверение. Я имею право. Какого здесь удостоверения? Ваше водительское удостоверение. А для чего? Вы управляли транспортным средством. Каким транспортным средством? Покажите. ВАЗ-2109. Вот данное транспортное средство, которым вы управляете. Покажите видеозапись. Покажем в дальнейшем суде, будет данное доказательство приобщено к материалу, к административному материалу. Покажите сейчас. Будет административное расследование. Нет, сейчас предъявите, пожалуйста, документы. Я не имел машину. Все. Где ваши документы удостоверяющие личность? Я не... Какая личность? Товарищ водитель, предъявите документы. Я с ним сидел на скамейке, вот собака. Вася. Все, мужчина. Еще раз вам объясняю. За невыполнение законных требований сотрудников полиции к вам будет применена физическая сила. Все, я ухожу. Ты отказываешься выполнять законные требования? Отказываетесь присесть в зону. Присядьтесь в машину. Пройдемте добровольно, присядьте. Вот сюда, пожалуйста. Да нет, не пойду в гаишник. Почему я должен в гаишник пойти? Уберите руки. Потому что в данный момент вы будете отстранены от управления. Тихо. Ломай. Выполнение законных требований. Давайте. Идет применение физической. Нет. Да господи, боже мой, ты что не делал-то? Давай. Ой, господи, что вы делаете-то? Я не понять. Все, машина. Все, да. Это к вам, я туда. Я не пойду туда, что я делаю-то? Что я сделал-то? Коля, открыл бы дверь хотя бы, стоишь, понимаешь, ты боишься подойти. Я не понимаю. Бля! Руки ломаю! Ни за что! Тихо, дверь ломай! Зачем он портал? Куда его? Зубы списал. Скажите, пожалуйста, а вот это ваш автомобиль? Да, 90? Автомобиль, я вообще никого не знаю. Центра я не был, никуда не подпишу, ага, ничего не сделаю. Вы хотите свидетельство состояния алкоголя? Нет, ничего вообще не буду, нет. Отказывайтесь? Да, вообще ничего не буду. Проходить, я не был. Видеозапись, да, все, я все проходить это. Проходить медицинское свидетельство не будете? Нет. Еще раз нет. В больницу не поедем? Нет. Я вам говорю, конечно, видеозапись покажу.
Я могу только расписаться, что вы покажете доказательства, о чем мне вы сейчас связали наручники. Вот и все. Доказательство в том, что вы видели меня, что я был за рулем. Все, покажите мне это. Я распишусь. Все. Я имею право только в этом доказать. Ребенком считаете, что ли? Вы меня просто так зачали. Движение автомобиля зафиксировано. Все это есть, все записано, зафиксировано. А попросите, пожалуйста. Покажите мне мое доказательство. Что вы делаете вообще? Слышишь? Эй, город рулетка. Не мешай. Ты должен жить здесь, а мы не должны здесь жить. Слышишь? Эй, человек. Вы спросите, есть видео задержания моего? Полицейские говорят, что да. Ну покажите. Что у них есть видео, как ваша машина двигалась. Пусть они покажут, если вы телевидение. Регистраторы. И, соответственно, у них зафиксировано ваше движение. Какое движение? Вашего автомобиля. Да ну вы бросьте. Вообще у вас претензии какие-то? Спросите, пусть они видео покажут. Я прошу видео о том, как они меня видели за рулем. Они меня сейчас отставали наручниками. Ты спроси у них, корреспондент. Чёрт приводит. Григорий Александрович, вы метасвидетельство будете проходить? Нет, я не сидел. Где вы не сидели? Ходил, да. А данный автомобиль ВАЗ-2109, Роман 995, Константин Николай 47, вам принадлежит? Нет. А кому? Никому. Никому? Я не знаю эту машину. Не знаете эту машину? Угу. И вы ей не управляли? И вы не показываете мне доказательства. Ваша фамилия, имя, отчество? Я вам представлялся Сокольников. Вы не представляли. Я представлял. Сейчас можно представить? Да, конечно, Сокольников. Пожалуйста. Виктор Михайлович. Как? Сокольников Виктор Михайлович. А еще раз можно? А второго? Кого второго? Второго. Кого второго? Второго человека, который мне сейчас тут предъявляет вопросы ко мне. Какой человек? Сейчас задаю вопросы. ДПС. Я говорю, нет. А можно второго, который вы меня остановили? Когда я шел. Куда ушли? С автомобиля? Не с автомобиля, а по дороге. Вы меня остановили и задержали. Да. Вы находились за рулем? Вы мне покажите доказательства. Вы объясняете мне, жены начальник? За что вы меня задержали? То, что вы управляли. Покажите, пожалуйста, видео. В суде будет. Не надо мне суде. Сейчас за что меня задержали наручники? Задержали. Еще раз вам говорю. Покажите мне сейчас. Транспортом. Сейчас покажите. Опьянение. Покажите мне сейчас. Что вам показать? Видео, которое оно я управлял. Будет изъято, и вам будет не надо сейчас. Покажите. Вы должны здесь сейчас мне показать. Согласно 185-го приказа, я не должен вам показывать. Как вы не должны? Все в суде. Статьи 61 должны мне все показать. 301. Открывай дверь. Чуть не будет. Открывай дверь. Сиди спокойно. Не бей. 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 Ты меня держишь-то вообще? Слышишь? Потише. Говорю, открывай машину дверь. Не ломайте. Открывай мне дверь. Почему я должен здесь сидеть? Бери руки отсюда. Машину, говорю, не ломай. Почему я должен здесь сидеть? Покажи мне мгновение к тебе. Покажи мне камеру. Ты мне не показал ничего. Фамилию мне покажи. Какую фамилию? Фамилию мгновение мое. Убери руки от меня. Слышишь? Руки убери от меня. Милицию вызывает меня. Почему я должен наручники у тебя сидеть? Я не могу здесь сидеть. Почему я должен машину сидеть? Машину не ломаем. Убери руки, я адвоката вызываю. Вы вызывали. Вызываю еще раз. Убери руки машину от меня. Я адвоката вызываю. Руки убери от меня. Убери руки. Объясни сидеть мои права и обязанности. Ну-ка быстрее, машину, милиционер. Машину. Права и обязанности. Я не хочу. Убери руки от меня. Видите, что делаю? Товарищ милиционер, права и обязанности мои, объясните, почему я должен наручники сидеть? Убери руки. Вы оказываете неповиновение.
проверили? Нет, я ничего не проверил. Объясните права и обязанности. Машине отпустите как? Меня. Отпустите, нет, отпустите меня. Права и мои обязанности, объясните. Товарищ мистер, вашу фамилию и имя, отчество. Я уже говорил вам. Давайте еще раз. Права мои обязанности. Можно объяснить мне? Машину не ломаем. Мне, пожалуйста, права и обязанности. Александрович, машину фамилию не ломаем. Фамилию мне вашу скажите. Я вам говорил. Еще раз. Вы Сокольников. Тупой. Вы тупой же. Кто тупой? Нет, я именно. Да. Инспектор Сокольников тупой. Сокольников. Хорошо. Имя, фамилия. Хорошо. Имя, Сокольников отчество. Виктор Михайлович. Все, отпустите меня. Отпустите меня. Что? Мы сидим. Вы задержаны. Подберите мои... Права и обязанности мои, чего, я чего? Адвоката вызываю. Да все, отпустите меня. Покажи мне поновение к тебе. Покажи мне камеру. Ты мне не показал, ну что? Фамилию мне покажи. Какую фамилию? Фамилию мне покажи, поновение мое. Убери руки от меня, слышишь? Руки убери от меня. Министр вызывает меня. Почему я должен на Алюшеньке все сидеть? Я не могу здесь сидеть. Почему я должен сидеть? Убери руки, я адвоката вызываю. Вы вызываете? Вызываю еще раз. Товарищи, вы можете помочь просто? Я им говорю, что они не могут мне даже предъявить. Понимаете, с этой стороны, с этой камеры. Ради вашей безопасности действуем. Не надо мне... Я вам сказал, что я отказываю своей безопасности. Блин! Что делаешь? Что ты не снимаешь? Что делаешь? Ты что делаешь? Просто я вообще не понимаю, что вы делаете, а? Помогите! Милиция произвол делает, а! Снимает, не дает видеозаписи, а! Помогите! Помогите! Убери руки отсюда. Ногами не дрыгаем? Уберите руки от меня! Уберите руки, я вам сказал! Помогите! Милиция произвол делает! Ну вот ваше мнение, вообще полиция сейчас... Все вполне согласно, так сказать, нормы, я считаю. Ведет себя вообще неадекватно на протяжении всего времени. Как бы поначалу, если чуть-чуть там спокойно сидел, сейчас вообще... Единственное, что собаку жалко. А таких, я считаю, надо убирать. Так сказать, с дорог, с улиц. Спокойно посиди. Снимай тебя. Спокойно посиди. Да помогите вы, господи, боже присядь, мой, а! Присядь. Да не хочу я имею право, не присаживаюсь. Господи, помогите! За что? Господи, за что я вам думаю? Ай, господи, боже мой, скажи, ай! Что ж так кричишь, что ты?